Радио 9, Ульяна, Елена Йод. Здесь радио Таматри Федор. На приеме. Я радио 9, Ульяна, Елена, Иван. Краткий прием. О, Саня, приветствую тебя. Слышу хорошо. 5-3, 5-4. Сейчас как меня на приеме. Привет. Ну ты у меня где-то 8 баллов. Вот как треск идет, и ты вот даже его, по-моему, не перекрываешь. Ну, то есть разборчивость сейчас есть, но шум ужасный. Я сейчас записываю, потом тебе скину, послушаешь на приеме. Да, понял тебя. У тебя сейчас какая антенна в работе на приеме? А это диполь с, как он называется, несимметричный диполь на несколько диапазонов. Это тот, который я делал, да? Нет, это другой совсем. Там через трансформатор запитка идет. И у него одно плечо длинное, а второе короткое. Прием. Саня, принял. Здесь сейчас в Яге работают 4 элемента в твоем направлении. Мощность передатчика сейчас порядка 3 кВт на время. Ну понятно, вот ты до 9 баллов сейчас вышел, а у меня просто вот этот диполь и 100 ватт в антенне, и все, прием. Я понял, хорошо у тебя передатчик работает, по тембру я сразу твой голос узнаю на приеме. Ну тебя-то я тоже сразу узнал, только что маленько шумами все это идет, а так прикольно, да. Понял, принято. У тебя сейчас 20-ка есть что-нибудь? Нет, не пробовал. Ну, могу на 20-ку переключиться. У меня эта же антенна там работает. И треугольник есть 20-очный, прием. Ну, сейчас у тебя до 7 баллов, до 5-7 примерно, даже до 5-8 доходил уровень сигнала. Плавать сидингует, например. Да, есть такое. Ну, давай попробуем на 20-ке где-нибудь 14, 180 также можно. И все, прием. Да, давай попробуем. 14, 180 на приеме. Перехожу.